Вот сегодня у нас 10 ноября. Вот показать спрашивают утром, что есть. Вот у нас принесли яблоки. Дальше. Рыба. Это что за рыба у нас сегодня? Селедка? Да. Вареная. Чистый чеснок. Это остатки помидоров с луком. Растительное масло сегодня не присыл. Не плеснул сюда? Нет. Плесни. Тыква своя пареная. Из своей муки стряпанный хлеб. Вот он где. Утром натерли, как всегда, каждое утро. Морковь и огурцы свежие. Ну, здесь горошница. С горох дробленый утром. Вот еще у нас суп. Суп? Да. Ну, тут суп, пожалуйста. Растительное масло. Помидоров было много меньше. По милости Божией. Можно было другим дать где-то. Вот. А я днем еще балую семечки тыквенные. Потому что с животными никогда нет никаких глистов и прочее. И картошка нечищенная, маленькая, совсем маленькая. Мытая такой есть, вот такой вот. Все. Вполне сытно, все нормально. Вот показал. А это сидит на вахте. Рядом. Ждут, когда я буду. Так. А там рыжие внизу. Вот я им сейчас дам. У них тоже обед идет. Вот, это я одной рукой. Рыба. Вот так. Постой, куда лезешь? Ну-ка. Ну-ка, пошли туда. Пойдем за мной. Там на них тут чашка. Вот она. Ой-ой-ой. Давайте. О. А где малыш-то? Да он не может, наверное, слезть оттуда за лес. Глянь, где сидит. Ну-ка, ворды, дай-ка. Возьми-ка в руки. Это он залез, где вот эта печка, вот она огражденная. И туда он залез, а вниз он шлепнется. Как он туда залазит, не пойму. О-хо-хо. Да где он у меня тут сидит один, а? Ой. Ой. Вот он где. Давай. Тоже за стол. Как бы он не подавился. Вот так. Вот у нас тыква. Видишь, где лежит? Вот. Отдельно в комнате мешки. А что в мешках? Морковка. Морковь. Где? Своя, не покупать. Вот она где. Другой мешок рядом стоит. Что тут у нее, не знаю. Горох. Горох отдельно. Вон он. Видно, нет? Ну, очищать приходится. Такой у Игоря взяли. Бесплатно это свое все. Это что? Мешочек. С чесноком. А здесь под ним мешок с чем? С луком. А здесь что у нас? Картошка. Вот там все это в комнате. Вот она в одной комнате. Все, ничего не искать, куда не искать. Ну там, чтобы не замерзло. Все это в комнате. Вот растительное масло, святая вода. Вот оно масло где. Варенье свое. Отдельно кошкам кастрюля здесь. И своя тыква вчера вот была. Вот она тыква. Теперь взял сколько надо. Прохладно, она не портится. Все просто. А дорого ли это стоит-то? Я сейчас не знаю, только за рыбу там платили-то. А остальное тут так Господь дает. Видишь, какие надписи у нас. Включил плитку, не отходи ни на шаг, смотри. Потому что... А зачем? Греешь сейчас, да? Да. А там посмотри, какая надпись. Покажи. Теперь предупреждающая надпись. Покажи на двери. Это уже какая у нас надпись? Третья? Третья по, на весь экран. Да, две записи. Четвертая. Здесь надпись. Пятая. Это в одной вот на маленькой этой кухонке. Вот сколько надписей, которые ну, помогают. Вот она точно так же предупреждает. И теперь посмотри. Вон. Там видно, не видно теперь. Да, наверное, плохо видно. Видно, видно. Вот. А это другая комната. Все такое маленькое-маленькое. Но тут достаточно, чтобы жили несколько человек. Все на этом. Садимся за стол. А у нас что еще варенье? Какое? Калиновое. Калина. Из калины. Из черемухи. Из смородины. Еще какая-то там ягода у нас была. Какая? Малина. Не калина, из потеряйки. Малина. Еще одну такая берем. Малина. Ага.
Ну и вот такое дело-то. Смородина бывает белая. И все это бесплатно, потому что сами берем, сами делаем. А у меня здесь еще отдельно зимой будут в комнате голуби. Для них вот она пшеница, семечки, это отдельно стоит. И горох лущеный. Это для голубей. В простоте и в радости. О, показать забыл еще, что мы еще утром бываем. Рыба своя, гальян. Вот она. Вот она какая рыба. Как они ее любят, ждут. Вот такая, это гальяшек один. Насушеная. И вот которые здесь нечего, они заходят. 500 000 посещений на этот. Все жрете и жрете. Так ты на один и тот же ролик заходишь. Все жрете и жрете. А то у нас все. Отдельно сухарики. Сухари сколько у нас. Сегодня пойдешь опять принесешь. Мы отдаем мешок. И не один, а Щукина нам стряпает. За половину ей, половина нам. Даем масло на это что. Она не берет больше ни за что. Все у нас есть. И рядом вот она вода. Все вчера принес. Ну, два ведра показать даже где. Вот она. Видишь, как все закрыто. Ну и как примитивно, да. Но это кошкам тут моего. Володя ее режет и дает. Вот посмотрите-ка. Здесь отдельно у нас что? Дрова. Дрова ящики. Отдельно стоят ведра для бумаги и с углем. Уголь там, фляга с водой. Все, все это в одном месте. Никаких дворцов нету. И там запасные дрова. А у вас никакой грязи нету. Лучше доказательство здоровья, а не чтобы глазами смотреть, чисто, нечисто. Нету ничего, никакой болезни. Сколько мы живем здесь? Все, давай. Положи к стою. А славу Божию.